Всем привет, меня зовут Владимир, и смотрите канал Феникс Let's Play. Так, что-то я забыл. А, точно. Давайте я поставлю пока на паузу, тут время очень быстро летит, а я вас еще в курс дела даже не вел. Так вот, мы сегодня продолжаем играть в игру Pine Leaf Drive. Кто не знает, что это за игра, или не помнит, самый лучший вариант посмотреть все выпуски с самого начала, где я мило улыбаюсь. Сначала ходил, радовался, материл, что ключики у нас где-то спрятали. А потом начал просто верещать местами. Вот. Суть в чем, мы ходим в доме, а еще лучше бегаем. По одной простой причине, потому что тут очень быстро темнеет, как я уже говорил. И ёперный театр, я же забыл, куда нам надо. Ай-яй-яй-яй. Так, по-моему, сюда где-то. Вот. Тут очень быстро все темнеет. И. Вот сюда. Точно, сюда, сюда, сюда. И нам нужно все очень делать просто оперативно. Потому что если мы не успеем оглядеть то, что мы. То, что мы хотим, это все. Это печаль, беда и так далее. То есть это будет все очень плохо. Знаете, что самое поганое? Я неделю вообще ничего не записывал. У меня просто не было даже в городе. Я несколько видео записал с запасом, там буквально 3, по-моему. Может 4, не помню. И я выкладывал их уже, так скажем, из того места, где я отдыхал. Они были загружены, все готовые. Чтобы не в одну, не в один скоп, кстати, по-моему, туда кончили в прошлый раз. Да? Что-то, мне кажется, с этими манекенами будет не то. Но пока еще рано, эта ерунда начнется, я думаю, часов в 12, в час. А, по-моему, то ли в 3, то ли в 4 нам дадут подсказку. Да ладно. Так, что нам делать, я пока не знаю. И вот это вот самое плохое, потому что я не представляю. А, тут не говорится, куда идти, что идти, куда делать. Там принцип такой, царь во дворца, ходи то, делай сюда. А, и вот мы, собственно, это и делаем. Мы просто ходим, мы не знаем, что делать. А, так, а я, кстати, кажется, знаю, что нам нужно сделать. Так, это то? Да, это то. Чего? Угла нет. Ребята, вот это плохо. Твою! Тварь! Да ну его нафиг. Ой, давайте назад. Что-то это... По-моему, все мое лечение, мой отдых весь на смарку сейчас пойдет резко. Просто медным тазиком накроется. Только я восстановил душевный покой. Ой, только я обрадовался, что мне нечего бояться. Только я успокоился. Так, ну-ка не буянить. Тут пугало тут. Это страшнее вас. Ой. Так, что-то это... Что-то страшно. Так, а время между тем 11. По-моему, где-то... Я не уверен, то ли в час начинается, то ли... В 12, то что-то такое в это время примерно начинается. Кстати говоря, вот... Я не знаю, как вам видно, я думаю, вам видно гораздо лучше, потому что, как я уже говорил, YouTube очень хорошо делает... картинку, не то что хорошо делает, он плохо делает картинку, но он уменьшает глубину света и соответственно цвета, не знаю, глубину света, наверное, все-таки. И получается, если я вижу тут там 50 оттенков черного, кстати, фильм, наверное, любопытный должен быть, кто не ходил, вернее, кто ходил, скажите мне, то я вот все собираюсь, мне кажется, интересная пародия должна быть. Вот, если я вижу 50 оттенков черного, то вы видите там штук 5 от силы. И у вас гораздо все светлее. А между прочим, вот тут я не вижу. Вот я не вижу, что находится на полу. Ковер, понятно. Вот это вот статуя. Вот сейчас я не вижу выражения лица. Сейчас что-то где-то видно. Плюс ко всему этому, вы смотрите это, я не знаю, конечно, если днем, то я вам очень это не советую, потому что днем, на самом деле, свет, солнце и так далее перебивает все.
Советую смотреть это ночью. Опять же, даже атмосфера, чего тут только стоит звук, это на самом деле игра такая шедевральная, я так считаю. Ну, конечно, на скримерах по большей части, потому что спустя какое-то время ты уже привыкаешь к звукам. Но тем не менее. Тут меня еще слепит вот монитор прямо отсюда, где становится установлена камера. Потому что если я его выключу, меня не будет видно совсем. Если я включу свет, я не буду видеть совсем ничего. Поэтому приходится монитором. То есть и меня более-менее видно, я надеюсь. И я более-менее что-то там пытаюсь видеть. А между тем, мне тут, кстати, заспойлерили. Чуть-чуть совсем. Что вроде как, то ли с этой ночи, то ли чуть-чуть попозже. Нас будет пугать пугало. При этом не просто на улице, а где-то в доме. Ну, не знаю, посмотрим. Пока что оно нас на улице пугает. Свечка у нас горит, все хорошо. Я вот это, кстати, место облюбовал, мне оно нравится. Так. Сейчас должны быть подсказки. По-моему, в 4 часа начинаются подсказки, или в 3 с чем-то ли. Поэтому я это место облюбовал, потому что я знаю, куда отсюда идти. Там можно на выход пойти, тут можно наверх пойти. Тут видны часы, и тут тепло, хорошо. И давайте вообще посидим тут, наверное, до утра, до самого. Я бы, наверное, так и делал, если бы в 5 часов время не застывало. Так, ну сейчас должна подсказка уже быть скоро, я не знаю. То ли в 3.40 она, то ли в 4, что-то такое. Начиналось, ну-ка давайте посмотрим, кстати. Вот где-то вот сейчас она должна быть, поэтому я не знаю, что делать, тут игра маленько в этом плане непредсказуемая. Тут либо везде бегать, сломя голову, но я считаю это как-то глупо, потому что мы сколько бегали. Тут такие подсказки бывают, что ну ты просто их не найдешь. Чего стоят только шахматы, кто вот помнит. Просто пробегал мимо. Опа, шахматы, дай перекажусь. Вот, и все, из ниоткуда, она никак не была выделена, ничего. А тем не менее, это был активный объект. И, соответственно, на такую удачу надеяться, это, ну, как мне кажется, смысла нет. Может прокатить, но дом все с каждым разом все больше, больше и больше, поэтому смысла нет. Так, ну давай уже, подсказка должна быть, 4 часа. В общем-то, был уверен, что 3.40 будет. Ну, пойдем до пугала сходим, еще раз, чё ж. Вообще, реально, где пугало? Ой, зря, наверное, вопрос задал. Дается мне. Есть кто? Нет, никто. Это хорошо. А пугало, между тем, случится еще. Думаю, мне стоит вернуться в комнату с телевизором. Так, комната с телевизором, с телевизором, с телевизором, понял. Это, по-моему, на первом этаже, кстати говоря. Сейчас найдем. Что-то меня так все пугает тут, а? Реально, вот тут... Реально, у меня мурашки по коже пошли. У меня в этом... Волосы ты мол встали. У них этого не было. Так, а комната с телевизором не здесь? Не здесь. Так, с телевизором. По-моему, она вот там, в конце коридора. Могу ошибаться, но, по-моему, здесь. А, нет. Тут у нас пианино, блин. А где же телевизор, 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 телевизор? Сейчас, ребят, дайте соображу, вспомню. Так, ты давай там, не кипишуй. Так, телевизор, телевизор. Возможно, в этой же части, только на втором этаже. Кстати, да, на самом деле, я вам немножко завидую, потому что вы видите больше меня. Да, кстати, еще извиняюсь, у меня насморк. Поэтому говорю немного в нос. Съездил, подлечился. Приехал с насморком, там половина в повязках ходит. Ага. Нет, телевизора тут нету. Блин, а я не помню, где телевизор. Погоди-ка. Есть смысл. Так, вот эти напомню проверить. Да? Нет. Где-то он. Нет, телек не здесь. Эй, уже что ли, закрыла? Вот это автоматика, мне вообще нравится. Так, давай на первом этаже посмотрим. Я не помню, где телевизор, а. Так, а мы отсюда пришли, да? Да, мы отсюда притопали. Блин, а где телевизор-то? Тишкин кот. Так, вы там давайте меня пока это не пугайте, потому что я вообще потерялся.
Так, тут нет, тут какой-то кабинет, по-моему, был, да? Да. Блин, а где же телевизор-то? Ё-моё. Ладно, давайте. Рассуждать будем потом, давайте тогда бегать. Потому что я просто, я не помню. Я, конечно, понимаю, вы сейчас, наверное, сидите там. Да вот, телевизор, самую главную комнату потерял. Да только на ней все и держится. Наш четвероногий друг, он забыл, где он. Да, я забыл. Я не любитель телевизора, если честно. Да не, Карен. Клон тут. Он не хочет, кстати, да. Он клон еще как хотать убьет. Опа. Нет. Так вот, я не любитель телевизоров. Не знаю почему. Да не, вот это шипение, я уже привык. Псы. А, вот он, телек. Так. Наверное, включить надо. Уже телевизоров ничего хорошего нету. Там. Нет, там есть, конечно, хороший. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, ребята. Это я сделал? Это не я сделал. А чем я тогда его потушил? Это блин. Так, ну и чё, комната с телевизором, я здесь. Может там что-то? Угола. Блин! Так вот, я к теме телевизоров-то. По телеку-то особо ничего такого не бывает интересного, ну, лично для меня. А так, бывает, посмотрю там дважды два, чистый там Симпсон, Футурама, еще что-нибудь такое. Ну, как-то... А, то есть это что-то, нам было достаточно было вот так сделать. Ты прикинь, да, какой мы круг сделали, чтобы найти комнату с телевизором. А между тем, я вот тут, и что? А, так, по-моему, так, да, это делалось. Давайте внимательно теперь рассмотрим с хорошим фонариком. Ну, ничего я тут не вижу, я не знаю. Тут тогда что-то на шипение какое-то было, что-то тут нас напугали, еще что-то. Ну это все то. Больше-то ничего не происходило тут. Может тут где-то что-то. А, да, он в бок, кстати, неохотно очень ходит. Тут тоже ничего нету. Ребята, я не знаю, что делать. Довольно странно. Телевизор тут один, это я точно помню. Пульт. Не знаю, давайте еще раз окно посмотрим. Не, на эти шаги внимания особо не обращаю, потому что они постоянно, они не знают для чего. Может, надо обратно пойти, нас напугает тут. Клоун, ты как? Нет? Блин, не, значит, надо что-то тут делать. Так, ну ладно, давайте ждать подсказки, потому что... Ну, я все, что мог, я потыкал, перетыкал. Телек, да, тут телек был один всегда. А, может тут что-то где-то? Да нет. Я, кстати, не уверен, тут в эту игру, наверное, можно, да, проиграть, потому что я вот смотрю, вот с левой стороны полоска вот это вот ХП. Там, видимо, у нее там со всеми его, если запугивают, то с ним все печально становится. Его, видимо, тогда он проигрывает. Так, ну что за ботва-то, ребят? Алле! Ну вот, комната с телевизором. Насколько помню, тут должна быть еще вторая подсказка. А может быть, третья и четвертая. До третьей и четвертой мы никогда не доходили. Обычно хватало одной. Изредка две нужно было. Но тем не менее, эта была зажжена. Если она была зажжена, мы ее потушили. И опять зажгли. Опа. Никого. Соответственно... Соответственно, тут что должно быть. Мы игру не сломали, надеюсь. На борже! Дайте ключик, что ли. Странно. Может, где-то тут что-то валяется, да? Ничего нет. Тут. Не, ну... Вот это листок. Не, ну так, я так не играю. Давайте меня что ли или напугайте, или ключ дайте. Потому что нужда это тоже неинтересно как-то. Так. 14 минут, да? А сколько у нас времени тут?
часов-то нет. Ну, в принципе, время я вот и так уже знаю, что 5 утра. Поэтому тут даже не парюсь. Что оно на 5 утра просто застревает. Ладно, давайте пойдем дальше. Комната с телевизором. Я знаю где. Так, Лон, как сам? Ты мне тут смотри еще раз, посмеешься, я тут это... С испугу-то могу и в челюсть дать. Сама знаете, что плохого? У нас последняя спичка. Я ее тратить совершенно не хочу. Еще хуже, что у нас фонарик тоже последний. И вот я не знаю потом, как в сумме, как это пробираться. Я бы, конечно, и вот так бы походил на самом-то деле. Но есть такое одно «но», я не вижу. Просто тут на самом деле очень темно. И по непонятной мне причине, есть настройка яркости в игре, но она совершенно никак не регулируется. Вот не знаю почему, не спрашиваю. То есть, вернее, она регулируется, но изменений совершенно никаких не происходит. Слушай, ну ты что-нибудь скажи, а? Что-то, походу, какая-то неудачная, видимо, серия выйдет, потому что я ничего не вижу. Телек не работает совершенно никак. Ну, давай попробуем в это положение меня путь, может быть, нет. Ага, смотри-ка, пульт-то классный. Тыкаем сюда. Лабысь, она в другую сторону переворачивается, переключается. Давайте, может, так что-нибудь заработает, нет, там, скоро пойдет, там, зажигание, все дела, телевизор, как хлобысь. Знаете, раньше-то эти машины-то были, которые, как они там, грузовые автомобили, коловоротом, или как они это назывались, по-моему, даже у москвичей 412 это было. Вставляешь сзади и вот так проворачиваешь двигатель. Насколько я знаю, это, ой, какое тяжелое дело было. Я-то сам когда-то не сильно застал. Видел такие машины, но как-то не крутил. Так это, ну, блин, ну... Ребят, ну чего вы так? Ну, не было с вами, не знаю, наверное, недели две не снимал видео. Че, все сразу обижаться, что ли? Ключи мне не давать или что? Мне кажется, они обиделись. Не, шум-то я слышу там, вы не думайте, я шум слышу, который там за дверьми и так далее находится. Ну, этот шум-то так, лирика. И... Подожди, куда окна? Дайте мне. Сообразим. Так, это я понял, где тут, по-моему, качели были. Так. Знаете что? А, нет, там пугало было. Кстати, к слову, ну давай я опять до пугала скажу, чего уж там. Орать так орать. Ой, ладно, хоть один раз уже поорали, уже радует. Значит, возможно, что-то тут еще будет. Давай, где? Где? Сюда иди, нет? Нету? Давай сюда сходим. Нет? Ну-ка, погоди-ка. Смотри, у нас вот эта вот комната, тут все горит. Че я уже... А, вот стол. Вот она, комната, вот там, ну, ничего там нету. Я-то просто думал, ну мало ли, может, я там что-то не заметил, что-то, может, посмотреть надо отсюда. У меня такое ощущение, что это все-таки это баг игры. Ну давайте, в принципе, у нас время есть еще, где тут дверь. В принципе, давайте подождем минут 5-7, если нет, то, видимо, серия будет вот такая вот, необычная. Первый раз, когда мы не прошли даже одну ночь. О, холодильник, холодильник, это я помню. Всякая фуфляндия тут была. Блин. Погоди. Да ну, оно ж не горело. Ну, не горело. Я вот там поджигал. Это я нет. Сюда я зашел. Погоди. Не понял сейчас. Погоди-ка, может ты... Че это? Может там на свет надо идти, нет? Ну-ка. Погоди. Вот я сейчас не понял. Так, свет есть. Тут это наш был свет. Точно, ты смотри. Свет-то горит. Тут поджигает, даже шум слышен. Вот он свет. Ой-о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 й. Ай-яй-яй. Сюда? Сюда. Ой-ой-ой. Это меня не радует совсем, ребята.
Я, конечно, люблю, что свет есть. Но я не люблю, куда он меня ведет. Наверх? Или в комнату надо было? Нет, там в комнату не иду где-то. Да. Что-то, ага. Что-то мы ниточку нащупали. Сюда? Нет, не сюда. Сюда? Что-то я потеряли ниточку. Подожди, вот нас она сюда привела. Так, наверное, сюда пойдем, прямо сюда сходим. Чуть-чуть. Так, подожди, а дальше куда? Ну ладно, свет этот я понял. Проводник, а дальше куда? Так, ну так подожди, мы тут везде были. Тут свет. Так, ну тут, давайте еще раз тут пошаем, здесь нету, пойдем наверх. Тут, в принципе-то ничего и нету такого. Ну да, эту я знаю. Ладно. Половина дома в его картинах. Не, в фотографиях. Погоди-ка. Может сюда? Нет, а сюда? Тут мы, кстати, были уже. Манекены, манекены, манекены. Манекены нам не интересно. Так, да, мы пойдем. А, ключ! Вон оно что, я ключ нашел. По-моему, эта дверь была закрыта, да? Да, она была закрыта, она останется закрытой. Ладно. Пойдем искать, куда его пристроить ключик. Понятно, нет. Так, тут, по-моему, тоже открыто, да? Да. И тут открыто. Да. И пойдем, в общем, искать. Тут есть какие мысли у меня. А, где что может быть? Так, подожди, мы тут сюда. А, нет, тут еще дверь одна. Последняя дверь как так? А, нет, там, короче, нет, нам туда пока не надо, я думаю. Может быть и надо, но я пока туда что-то это. Так, от холодильника, да. Так, давайте тут пробежимся. Тут, по-моему, вроде были еще открытые, вернее, закрытые двери. Но я не уверен. Что-то, а? А, да, вот тут мы, кстати, шарились, точно. И страшная маска, на самом деле. А, так, вот тут мы пошли туда. А тут чего? Нет. А, так, секунду. А, все понял. Нет, все, значит, идем отсюда. Я думаю, нам знаете, куда надо? Нам надо в то место... А, это было, да, так? Где у нас спальня или что-то типа того? Сейчас посмотрим. Так, это кухня, да? Да, это кухня. Тут клоун. Нет, тут клоуна нет. Клоуна тут. Нет, и тут клоуна нет. Тут телевизор, да. Значит, клоун вот тут. Да, клоун вот здесь. Так, клоун, ты давай сиди пока не булькай. А я пойду поищу, куда ключик надо вставить. Че, нам просто так что ли дали? Ключик нам дали не просто так. Так, вот сюда, по-моему, надо. То ли сюда, то ли... По соси... Вот это, по-моему, дверь не открывалась. Так, она и не открывается. Понял. Так. А ключ, как думаете, не от... Не от того ли, который на улице замочка? Ну, давайте сгоняем. Мне кажется, наверное, туда рановато. У меня такое ощущение, что тот замочек, который на улице, он будет, скорее всего... А, вот сюда, да. Или последним, или что-то в этом духе будет. Что-то у меня такое ощущение. Потому что все в доме происходит. В доме еще куча дверей запертых. Я сомневаюсь, что мы... Да, как я говорил, я сомневаюсь, что нам надо сюда сейчас. Ага. Походу, у нас мы только одну ночь переживем. Когда тут сел, соображал, что, куда и к чему, вот время это и вышло. Надо бы сейчас эту бутылку ночью закончить. Усилие может... А, во! Опа. А, вот кусочек, все что ли? Нет, подожди, давайте, вот батарейки нашел, вот хорошо.
Надо бы спички найти. Кто видит спички, скажите мне. Я буду ему очень благодарен, как человеку. Но спичек тут, видимо, вообще нет. Ну ладно, что теперь. Никто из нас не спал этой ночью, потому что в доме становился все хуже. Вот она, это пугало, а? Куда свалил? Ты ходить-то не можешь, ты по умолчанию пугало. Ты должен стоять, ворон пугать. А почему ворону и ты меня пугаете тогда? Вы там в сговоре, что ли? Они по-любому сговорились. Так вот, 23-я ночь. И на 23-й ночи давайте-ка мы сегодня закончим. Во-первых, страшно. Во-первых, потому что, да, как-то серия затянулась. Я не знаю, если это настолько же затянется, то вообще надолго будет, в общем. Во-вторых, для меня стресса пока хватит. И ушка на самом деле такая страшноватая. Чё это так? И ушка такая страшноватая получилась и так далее. Ну да ладно. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Приглашайте друзей. Всем удачи, пока!